можешь его в Яндекс.Такси устроить на работу. Леха шофер. Шефер. Попрошу. Шифер ты, блядь. Ну, смотри, едет. Delivery Club. Сейчас я ему все скажу. Извините, проезжая часть, между прочим. Sit down. Shit. I'm sit down. Молодец. Hello. Oh, English. Oh, English, yes. Hello, man. Ой. Ой. Кыдык, слышишь, да? Редуктор хорошо работает. Алексей, ну да. Давай куда-нибудь уже припустим. Куда? Ну могу туда, куда хочешь. А можешь какую-то эту экскурсию какую-то, Алексеич, можешь провести нам? Как хуй делать родной? Справа такси, Go, Яндекс, да? Цены в Uber дешевле. Хотя это одна и та же компания наша. Давайте попробуем Костину дать, чтобы он не был компанией. Давай. Только надо выйти с тачки крепче. Я говорю, если бы дифференциал был заранее. Чик-чик! Одно колесо отпускает. Математическом, я после этого ушел, мне эти дифференциалы не надо. Отходи. Это убьет, блин. Тут меня не даст. О, Влад едет. Влад едет. Кого снимать-то, Влада или? Сейчас встретится. Сзади. Передачу перепутал. Заварки дифа не хватает. Да, да, именно вот отпускает. Этого. Да. Ну, Бэтмобиль приехал. Поперди, Владик! Ой, блядь! Ёп, ты слышал? Кут-кут-кут-кут-кут! Подрифтили, нахуй. Кут-кут-кут-кут. Ты чё сделал-то, нахуй? Ты его сломал, бледина, кут-кут-кут-кут. Да я чё сделал? Сломал бледина. Смотри, сколько ты машину завести. Ты сломал бледина, друг. Давай толкнём, давай. Ну, Да я его всё. Давай, Санечка. Я его всё, Саша. Давай его туда, да, правильно. Давайте, мужики! Сила! Леша! Толкаем, давай! Я буду регистратором. Фото, видео. Я не могу. Давай. Что ты тут делаешь? Да. Нихуя. Она что-то подозовывает иногда. Ну, я не разбираюсь в машинах, так что... Да, все. Я по запаху понял, что это труба. Да, что-то кипит там. Это труба. Что скажешь? Да если звук такой... Кут-кут-кут-кут-кут. Кирдык. А если кут-кут-кут-кут, то это еще. Ну наклейку хочешь получить, а? Наклейку хочешь получить, а? Назад, давай. Давай, маршизец. Кут-кут-кут-кут-кут-кут. Я ее водил. Аккуратненько, блядь. У меня была такая. А вы ее, молодежь, если боком дать, блядь. Я залил всю на. Кут-кут, блядь. Дрифтеры, блядь. Да ладно, я шучу. Он бы так и так ебал, типа, просто... Я шучу, зачем? Ты мотор меняешь? Мотор слабнет, все, Влада. Не, он перегрелся. Ну, не сильно, но типа, мотор не должен быть такой. Мы можем выставить только здесь. Где-нибудь сюда поближе к этому поставить. А у тебя трос, у нас же трос был. КМ8 зацепим и... У тебя фаркоп выезжает. А, хотя да, выезжает, есть. А что это такое? Я так понимаю, что это вот из этой хуйни выезжает. Что, прям из Акраповича уезжает? Только как? А не, как? Нажимаешь, она... Он должен выезжать вот отсюда. Сейчас я скажу, есть он или есть. Его нет. Блин. Ну все, тогда. Кто наебал? Говорю, не бывает на таких машинах фаркопа, блядь. Да есть, выезжает! Потому что все очень горячее, а мы типа на ней даже не ебашили. Типа прям кипяток. Ага. А, я понял, в чем. Но ты виноват, если я скажу. То, что я не прогретый был? Да. Из-за того, что ты не прогрел машину, не открылся... Как это хуйня называется?
вот эта тема не открылась. Ну, типа, охлаждайка по маленькому контуру ходила, а не по всему контуру. Из-за этого перегрелась жидкость, и потом перегрелся мотор. Все, пизданул. Термостат. Термостат, да. Ну, скорее всего, это одна из версий, почему произошло, потому что тут все, ну, типа, прям огнен, ну, очень кипяток. Тут все прям огненно, и рукой берет. Ну, потрогай, там видно, что или что. Можно открыть эту, но может быть фонтан. Нальется? Ну, может так. Я не хочу открывать то, что все в говне будет. Но вот я тут щупаю, и вот воды нету здесь. Возможно, не было жидкости просто, и все. Щуп есть? Хуюп, какой, блядь, щуп? Такой, кудук. Вот щуп. Я не знаю, Лёх, можешь открыть? Не, вот это лучше не стоит. Нет, открутите. Мы вот на въезде варим. А? 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 Лёш, не закатывай рукава. Шипит? Нет. А, значит, все нормально. Значит, не это. Значит, мотор стукнул просто. Цвет. 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 Помогите. Да дай мне, блядь, цвет. Я не понимаю, почему, типа, вода просто оранжевая. Блядь, какой там супчик, просто, блядь, томатный сам супчик вот там. А, здесь, я думал, в ресторан какой-то. А, нет, вот там. Ямчик чисто. Ну, ничего не обоссал. Я не знаю, но это сервак. Типа, надо искать сервак. И в сервак ее на эвакуатор сейчас отправлять. Цвет настроения синий. В сервис отправим ее на эвакуатор и все. А что к этому низу? Кому? Которому обычно. Полный бак! А, точно, звони ему. Бля, спасибо. Звони. Владик, спасибо, звони, что напомнил. Мы всегда забываем. Я не знаю, почему самый близкий сервис, я самый комфортный, и всегда, всегда про него про него. Так я бы ему и позвонил, прямо очень. Ой, пи***ц, БМВ. Старушка ты наша. Ну зачем ты так себя ведешь-то, а? Я думал, ты моя. Моя женщина нормальная. То одно отхуйнет, то второе. Все, что не происходит, все к лучшему, да, чат? У меня есть идея. Как вы вытащить из этого всего выгоду? Мы можем просто свапнуть сюда мотор помощнее. Трехлитровый. М50, Б30. Да даже если М50, Б25 поставим, типа это выйдет не так дорого, но это она будет ебашить. Смотри, кто пришел. Кто? Опа. О! Такие здорово, а чё? А может машину а разбивали? Чё у вас? А чё? Саша! Саша вернулся! Ну дай поздороваться. Ребят, историю недорассказал, почему-то стрим вырубился. Короче, сидит таракан. Ну, чё у вас там с машиной? Мне что-то передают. Давай показывай. А, ну давай, чё? Мы её курь-курь-курь-курь. А, ну говорят, да я его всё равно. Подожди, нахуй. Я могу сейчас. А, так тут все понятно. И тут свечи залило. Да? Я и говорю. У вас есть с собой. Реально? Да. О, да ну нахуй. Поздравляй. Стой, стой. Он свечи с собой привез. Жигули вот-то опытный. Вот. Ну давай. Ой, стаканечник. Их подожди. А куда их? Ну, так вешаются. А, вот сюда, мне кажется, какая-то тут залупа. Не, вешаются, наверное. Во. Ну-ка, заводи. О. Свечи новые поставили? Так я вот так сцепленница, чик. Дальше я рук сюда, оп, и ага. Пошло. Не тот звук, сучка. Он должен, понял, он должен, вот такая. Не то продали, походу, что-то мне. Знаете, почему я не расстроен? Потому что сюда отличным образом М50 Б30 входит. Дядя, отличным образом С63. А, ну это уже финансы другие. Вот с этой машины. Я думаю, в Затаре мне сказали, ну, до лямчика можно найти твой двигатель где-нибудь. Так, ну, блядь. Ну, а если у кого, может, поджечь надо эту свечи? Машину поджечь хочешь? Я что тебе, Михаил Литвин, что ли, машины жечь? А ёб твою, блядь. Это чинить надо, блядь, а не жечь. А ты позвонил? Через 5 минут перезвон будет. А вы пробовали его там? Да, можно с толкача хуярить. А смотри, сколько этих лошадиных сил там стоит сзади, подписчиков. Дядь, мне кажется, не могут. Потому что они все будут просто нас толкать, а мы будем ехать. Как вам идея? Я думаю, так быстрее будет даже. На подписчичных силах ездили когда-нибудь? Ребят, тачка сломалась. Может, вы все толкать будете, а мы просто вылетим? Да. Блядина ты. Блядина ты. А может, ты ее растрясешь, и он вот так, как на гонках? Сказали бы. А так надо пить? Ну-ка я... Да, лишнего скидываешь. Из китовых. Сами просите, я просто дельфин. Сегодня мы заведем эту машину. Да, сука. Ты со мной? Да. Я не слышу. Да.
Да! Мы заведем эту машину! Да! Не слышу! Да! Толкайте! Ту-т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 у! Ребята, быстрее! Почти я слышу кут-кут-кут уже! Давайте! Вперед! Я бизнес-тренер! Ребята, ведите нас к победе! Ты не веришь в нее, ты должен верить! Я верю в нее! Давай, заводите! Давай! На вере, на вере! Давай просто до сервиса так будем пытаться толкать! Она не... Ну, там мотор упит, пацаны. Ну, типа, как бы мы не хотели завести мотор, без шатунов не поедет. Шатунов это Юра, который? Да! Привозите, с утра посмотрю. Если мотору... то новый поставим. А может второй поверх этого просто? А этот, смотря на новый, заработает. Копейка у нас сейчас в сервисе чинится. Это чинится, надо за новый ехать. Да. Кого новую? Машину. Берем БелАЗ. Я хочу БелАЗ на больших колесах. И буду на нем гонять, гонять. Еще могу еще песок разгружать. А теперь смотри, смотри, просто это просто уличная разминка. Уличная физкультура. И приседаем. Теперь медленно отпускаем правую вниз. Потом левую вниз. Так это просто разминка плеч. Разминка уличная, да. Ты что, Леш? Это была бы самая большая плотная, которую можно вообще найти в России. Чего мы с машиной-то делать будем, мужики? Да, блин. Чего кислые мины такие? Гараж, ёпты. Мы может, стенка на стенку попиздить? А может, мы в гараж, а там и того самого, и третьего, там десятого. Там никого нет. Сегодня там выходной, и... сегодня они уже дома. Пока жена не знает. Мы ему шик-шик. Я своей сказал, что я иду работать. А мы там тачку бросим. И того давай. Мы позавчера ему 15 тысяч отгрузили. Как эти ребята, смотри. Оп, собрались на ключик. Бэмс, пивко. Оп, хорошо. Там нас не найдут. Серьезный разговор. Понимаю, ты сейчас его отвлекаешь. Угу. Я быстренько мотор, куч-куч-куч, ключики возьму. Давай попробуем, давай, давай. И... Ну, сейчас за ключики. Я понимаю. Сзада нужно обзор начать. Пойдемте, молодой человек. Вы такой вообще крепкий парень, я смотрю. Вы, наверное, чем-то занимаетесь. Ну, плаванием занимался. Ну, плечи есть. Раньше. Ну, так вообще по заднику там. Конечно, 200 сил не сравнится, ага. С 8-й. Ну, а если заехать, так, к примеру, туда-сюда там кого? Я уже с CX-5 заезжал, ага. Маздой. Ее вздернул сразу. Она летает, что ли? Ключик-ключик. Мазда, нормально. И панорама есть. Подожди, стой. Мы еще не закончим у нас обзор конкретно одной части. Так. Вообще, вот это что это такое у нас здесь? Туда-сюда щук-щук сделал. И что, помогает? Ну, М8 сзади едет, и глазки смотришь ее, понял? Так, сейчас. Двигатель, ага. Двигатель. Постой здесь секунду, ладно? Давай. Сейчас, секунду. Что, еще надо? Домкрач. Ага, давай. Так, стой, ты где? А где он? Так. Наверное, это не надо. К заднику. Так. Так это следующий. У него откручено было, что ли? Да, да. Это мы тебя подарим. Я хуй знаю, где она была, но. Ладно. Крутая тачка. Не успел. Я охранник этого автомобиля. А и че? Он себе в багажник положил, да. А домкрат. Пожалуйста. Панораму, давай я тебя засниму. Панораму, да. Засними. Нормально. Что ломаешь мне, да? Сейчас я ему под колеса нахожу. Что ты? Нет, просто залепись с тобой. Сейчас. Так, давай, делай пока. Пойду отвлекать. Ничего себе, смотри у нас. А ну-ка я тебе покажу. Да подожди. Да там это все, забей. Да там уже ты вообще видишь. А что это, чувак? Смотри, колпачок, воруй, тиктокер, юн. Стоять! Беги, Саня! Саня, на скорости! Колпак рублей 20 есть! Да ладно! Алло, да, с праздничком еще раз. Сейчас перезвоним. Воровал, скажи, извините. Вот, и получается, тут на парковке будут они стоять. Ты поздравил с днем эвакуатора? Да, с днем эвакуатора, если что. Ага. Все, счастливо. Молодежь, что сейчас в тренде? Деп до сих пор или как? Ну-ка все разом деп и... Оп! Ну, а вы говорите, не в тренде деп. Сейчас в тренде деп, только немножко другой. Какой? А вот нельзя показывать. Сейчас в тренде... Я хочу, чтобы, тоже с вами тусоваться. Ну, там... Мне что нужно? Чего? Блэкстар? Мафия? Тебе нужно носить Стоун Айленд. Да ну нахуй.
мужики свои. Не, ну все, он шарит. Кто такой Shadow Race? Я в душе не был. Shadow Race? Нет, да. Я плохой парень. Вот он, мой бодигвард. Не, правда, я в душе не был. Ну и хуйню вы купили, я конечно. Я знаю, я голый, я не знаю, как ты выглядишь. А, блядь, да, я. Не, реально? Да. Чат, это Shadow Race? Так они скажут нет сейчас. Так реально? Они мне спамили, что он придет. Мы хуй придумали. У нас шахмат. У нас партия шахматная. Ну давай, Константин. Ага. Интересно. А я ее вот сюда. Ну, на это я тебе скажу. Ну. О, а это уже серьезно. Можно? Подожди, у меня один ход и придуманный. У меня за тебя ходик один, можно? Это я хотел. Шах и мат. Ну, все, партия. Она разговаривает с нами или чего? А че он убежал? А че там? Че украл? Он ушел до рейза стримов. А, да ладно. Да. Блядь, отдайте, сука, отдайте. Что это хуйня ебаная? Давай, кто быстрее, блядь. Да я ебу эту доту, нахуй. Лучше в танки играть. Че там такое? Да я спиздил. Что-то пошло там, поехало. Кого там? Вы кто такие? Переход к нам. К хозяину переход, вот сюда. Идите к параллельно скорее. Чик-чик. Сука, ты. Красавчик. Мне кажется, нормально. Ну да, я пи***лся там с ним где-то. Вокруг. Я коробку держу, можно схватить. Я не буду коробку. Ладно, мужики, счастливо. Давайте вам удачных гангов, все дела. Встретимся там. На миде встретимся. Я вам все говорю, я этого, да. Резкий переход. Что тут? Показать попросили для видоса. Делай, брат. А ты теперь губами. Ой, нихуя, аж улетело. Ну, сравните, оцените, кого, куда и как. А тем временем, ребята, что у нас здесь происходит? Я пропустил. Санечка укращает. Базару ноль. А здесь у нас какие-то документы. Эвакуирование происходит. А что, стоп-хам? Стоп-хам. А? А я из страховой. Ну я так, общий, я из страховой. Я же похож на человека из страховой, правильно? Похож, что нет. Так ты реально на страховщика похож. А я думаю, на... Не. Ну это не страховой случай, мужики. Вы что, за дурака держите или что? Ой, ой, смотри. Шарик. Оп. А бывает такое, что ночью спишь, и комар пролетает вот так? Бывает такое у тебя? Бывает. А ты его рукой. У меня, знаешь, какая сейчас хуйня началась? Я ложусь спать, под подушку руку, закрываю глаза, и у меня мозг почему-то перестает ощущать расстояние. У меня ощущение, что в моей руке типа 10 метров, понял? Так попробуй ее протянуть. У меня шизофрения или что? Нет, я просто закрываю глаза, и у меня ощущение, что как будто я вот... И что делать? У меня шизофрения? Я, как психолог, да, тебе могу сказать одно. Берешь муравья и ему. Я забыл тебе сказать, кстати. Ой. Ты же мой психолог, я забыл тебе сказать. Кого? Я 2 недели антидепрессанты пью. Это же шутка? Нет. По какому такому поводу? Можем потом с тобой поговорить. А я ему все. А можешь грустную какую-то музыку и пока? Грустную? Да, какую-то очень грустную музыку. Нет! Нет! Ложь! Так грустно. Ты как будто на пельмени, застоявшиеся в холодильнике, лицо снимаешь.